Салют! Приветствую вас на уроках французского Le Français pour toi. С вами Гайане, и сегодняшняя наша тема посвящена личным местоимениям и спряжениям глаголов первой и второй группы в настоящем времени. Личные местоимения, а если правильно их назвать грамматически, личные приглагольные местоимения, это те местоимения, которые у нас всегда ставятся перед глаголом, которые спрягаются. И эти местоимения «je», что переводится как «я», когда у нас глагол начинается с гласного или с h, тогда je сливается и появляется только буковка j. Например, j'aime, j'habite. Итак, je – это я, tu – это ты, il – он, elle – она, nous – мы, vous – вы, ils – они мужского рода, elle – они женского рода. Все очень просто. Но во французском языке есть еще одно местоимение, которого не существует в русском. Это местоимение on. Он по-русски будет переводиться как «мы», как «они» и как «кто-то». У него много значений. Но на самом деле это не так уж сложно. На следующем слайде мы увидим, когда же у нас употребляется «он». Итак, для начала скажу, что «он» спрягается как третье лицо, единственное число. То есть у него будет тоже спряжение, как у «иль» и «эль». Итак, «он» у нас употребляется во фразах в значении «кто-то» или «они». Смотрим, например, «он ди». Que Paris est belle. Говорят, что Париж красив. В русском языке непонятно, кто говорит. Они говорят, люди говорят, кто-то говорит. Вот в этом случае мы употребляем он. И также в значении мы. Он прямо заменяет в разговоре nous. Если мы говорим on aime voyager, это то же самое, что nous aimons voyager. И это означает мы любим путешествовать. Значит, nous у нас то же самое, что он. В последнее время во французском языке мы наблюдаем такую тенденцию, что все чаще и чаще употребляется именно он, а не ну. Как это ни странно. Поэтому фраза «on aime voyager» сейчас звучит намного чаще, даже чем «nous aimons voyager». Мы любим путешествовать. Итак, «он» у нас означает «кто-то», когда не уточняется «кто», как во фразе «говорят, что Париж красив». И также «он» у нас означает «мы». А теперь мы переходим к спряжению глагола первой группы в настоящем времени. Возьмем глагол «chanter», который означает «петь». Я уже когда-то говорила, что к глаголам первой группы относятся глаголы с окончанием «er» на конце. Итак, «chanter». «Je chante», «tu chante», «il chante», «elle chante», «on chante». «Nous chantons», «vous chantez», «il chante», «elle chante». Изначально вас может это как-то оттолкнуть или испугать, потому что все пишется в принципе по-разному, но читается практически по-одинаковому. Обратите внимание, читается по-другому только форма «ну» и «ву». Все остальное читается одинаково. «Je chante, tu chantes, il chante». «Nous chantons, vous chantez, il chante». Вам стоит запомнить только, грубо говоря, три формы. Возьмем другой глагол. Я ниже написала другие глаголы первой группы. Их, конечно же, бесчисленное количество, но, например, глагол «trouver» – «находить». Мы скажем «je trouve», «tu trouves», «il trouve», «nous trouvons», «vous trouvez», «il trouve». Глагол «apporter» – «приносить». Кстати, интересный момент. Собакам у нас кричат «apporte». Правильно? Это означает «принеси». Ну, вот это от французского глагола «apporter» – «приносить». Итак, мы спрягаем. «J'apporte», «tu apportes», «il apporte», «nous apportons», «vous apportez», «il apporte». Итак, со всеми остальными глаголами. Если хотите, проработайте дальше сами. Это были глаголы первой группы и их спряжения в настоящем времени. А теперь переходим к глаголам второй группы. К глаголам второй группы, как помните, относятся глаголы с окончанием «ir». И тут замечу, что, кстати, глаголов второй группы не так уж и много. В основном чаще употребляемые глаголы – это глаголы первой группы и третьей. Но при всем при этом мы берем глагол «finir», который вы уже, наверное, видели, «заканчивать», и спрягаем в настоящем времени. «Je finis», «tu finis», «Il finit», «elle finit», «on finit», «nous finissons», «vous finissez», «il finit», «elle finit». Итак, тут одинаково у нас звучат три первых формы. «Fini», «fini», «fini». Дальше «finissons», «finissez», «finis». Возьмем другой глагол, например, «choisir», «выбирать».
Это также глагол второй группы. Мы скажем «Je choisis», «Tu choisis», «Il choisit». «Nous choisissons», «Vous choisissez», «Il choisit». Или глагол «rougir» – «краснеть». «Je rougis», «Tu rougis», «Il rougit», «Nous rougissons», «Vous rougissez», «Il rougit». И тому подобное. Думаю, тут вам все понятно и никаких проблем не должно возникнуть. Вам нужно просто запомнить эти окончания, и все глаголы первой и второй группы в настоящем времени будут спрягаться по этой схеме. Вот, в принципе, и все. Так что наш урок на этом закончен. Спасибо большое за внимание и желаю вам хорошего дня. Bonjour, au revoir.